Mirana. Dire team back. Добрый вечер, уважаемые зрители. А мы продолжаем наш сегодняшний игровой день на Beyond the Summit Еврокубке номер один. И продолжаются у нас матчи 1-8. Между собой играют Arcade Esports против Element Pro Gaming. Что можно сказать? Один из самых интересных, пожалуй, матчей 1-8 финала. Да, сейчас, наверное, вам нужно показать сеточку. Она еще, конечно, не обновлена, и матч Na'Vi сюда еще пока что не занесен, но мысленно продвиньте Na'Vi вперед по сетке, и вы поймете, что Arcade и Team Elements — это будущие соперники, собственно говоря, рожденных побеждать. Ну и составы команд, начнем с этого, так как у нас билетика нету. Team Elements Pro Gaming хорошо должны быть вам уже знакомы. Это Скрин, капитан команды, Кэрри или Дан, Кингер в роли второго саппорта, Йоку на хардлинии и генерал Соло Мид. Что касается команды Arcade Esports, J4, Bignum, FN, Barrage и Чешир, у них сегодня в составе. И тяжеловато будет разбираться нам, кто есть кто. Вот, потому что они играют под не под своими никнеймами. Спасибо Elements Pro Gaming, что подписались, и нам хоть примерно понятно, кто из них есть кто. Интересно, вообще я так задумался, у Йоку судьба, он ушел из Империи, чтобы играть на миде. Поиграл в итоге на разных ролях и вернулся в качестве оффлейнера, но уже в Elements Pro Gaming. Ну и, собственно, я вам говорил, что Elements Pro Gaming, по моему мнению, одни из явных фаворитов турнира. Да, это так, они действительно хорошую игру показывают. У них очень сильный состав, и это отмечают многие. То есть это, наверное, главная сила, несмотря на то, что как бы из таких суперзвезд, наверное, только Иллидану можно выделить. Хотя Йоку тоже, да, вот игроки, которые поиграли уже там на высшем уровне. Но на самом деле генерал и Кингер очень сильно выступают. Ну и Скрин, я думаю, что многие в комьюнити знают, кто же такой Скрин. И почему его стоит бояться, его команд. Ну и пока что у нас начинается с Дума Инвокера. Баны, Герокоптер, Тускар и Виндрейнджер от Elements Pro Gaming. Забанили они Бруду, забанили Чена. Arcade Esports отвечают Виспом и Квапой. Не совсем, на первый взгляд, казалось бы, понятный бан Абадона. Но на самом деле Абадон очень здорово снимает Финсгрип своим щитком. И снимает даже 5-секундный стан от Мираны. И Мирана у нас в пике, да, это герой, которому опять поднимали атрибуты в прошлом еще, по-моему, патче. У нее 3.3 прибавка к ловкости, одна из самых больших, наравне с Вингой. И Мирана... Да, и в этом патче и подняли стрелу. Она теперь убивает крипа с первого попадания. И, в общем, стрела будет поопаснее немножко, поэффективнее. Ну и, соответственно, матч у нас начался, да, на час раньше по расписанию. Если у вас есть друг, который очень хотел посмотреть на скринуху, но ушел до 10, срочно ему звоните и говорите, включайте стрим Рухаба, там наши ребята жарят. Так, ну и, собственно, Оракул для Кингера. Да, это то, чем играют Elements Pro Gaming. Ну и уже подъехали у нас новости, что завтра игры Ашер против Alternate не будет, потому что Рождество, Рождество католическое в Польше. Собственно, такие дела и Лондруль. Лондруль в исполнении Arcade Esports со своим новым Savage Roar'ом, который заставляет врагов убегать. Гораздо тяжелее стало его гангать теперь на линии милишниками. Ну, в частности, на тусике особо круто не закатишься. Но на самом деле все равно явно его сила не в этом Savage Roar'е, конечно же. Но осталось в его мишке. Или, может быть, это будет не мишка, а огромная опять красная белка, которая будет грызть товара.
Лондруид. У элементов не хватает. Хардлейнера им не хватает. Возможно, Йоку посадят играть на Тусика. И тогда не хватает саппорта. Ну, Найтсталкер. Спирит Брейкер. Угу. Думают, что Скрин будет играть на Туске. Большой вопрос, будет ли Скрин играть на Туске. Кстати говоря, Оракул. Оракул от корней может спасти своим ультимейтом. Да, но не спасет он от стана Мираны. Вообще, стан Мираны довольно жестко здесь заходит. Ничего не спасает от него. Ну что, Скрин, последний пик. Кто это будет? Аркейд, скорее всего, будут... будут добирать еще одного саппорта. Вообще, Мирана плюс Бэйн, комбинация всех времен и народов. Под слип закидывать стрелу. НС еще говорил, что теперь ОД хорошо, от Волдиваурер, хорошо может комбинироваться, так как прячет на долгое время на первом левеле. И можно стрелу кидать очень издалека. И, ну, главное только отработать эту комбинацию. Ну что, Elements Pro Gaming. 30 секунд. Да, конечно, вот как-то любимые скриновские всякие бары не очень круто. Мне кажется, сейчас какой-то Найтсталкер разоберет и все равно будет бегать и развлекаться. Пусть это не самая легкая задача, но думаю, что Скрин... Это путч на хардлинии, я был неправ. Бутчер, бутчер, бутчерок. Покажи нам свой хучок. Пуч с агонимом и с линзой. Давай, 4 секунды, хук, 1300 радиус. 450, его, кстати, порезали немного, самую малость. Пака добавляют. Почему-то Пак вообще мне отказался хоть что-либо говорить. Ну, вот такой вот у нас. Интересно, интересно, как же пудж зайдет. Я сразу приношу извинения. Я аркейдов даже и не буду называть, кто на ком играет. Ну, мы можем предположить, что медведь от Чешира, да? И что, скорее всего, FN играет на Джиггернауте. И бараш пойдет у нас в таком случае в мид. А сейчас дота вылетит. Нет? Нет, не вылетело. Очень странно. Давайте, ладно, предположим, Чешир на медведе. Это панда. Бараш на... В таком случае... Угу, на паке. Джейфо вместе с... Бигнумом на Бэйне и на Миране. И FN на Джаггере. Угу. Вот так вот. Ну а здесь все просто. Скрин играет на Тусике. Здесь были правы. Лидан на Герокоптере. Good Game. Он же Йоку играет на Пудже. Кингер на Оракле. И Генерал на Виндрейнджер. Ух. Так. Я сейчас... Пока пауза, я пошел читать чат. Потому что у вас сейчас пикают Пуджа. Да. Все рады пику Пуджа. Бутчера пикнули безумцы, пишет Джиггернаут. Безумцы! Пикнули Бутчера. Что-то нас пингует, пингует Чешир. Не знаю, что он хочет. Тут уже суровая... Так, а путь пошел вниз. Посмотрите, какой у него сет. Боже мой.
Он из бочки. Пуч из бочки. Кстати говоря, могут Мишку убить. Ой-ой-ой, Мишка. Беги, панда, беги, беги, панда. Легкие, редкие для Кенгера. Да, просто Кенгер забирает медведя, получает сразу очень суровый буст по голде. Герокоптер у нас справляется с оракулом на топ. Очень серьезная связка, неприятная. Медведу нужно быть здесь аккуратнее. Верочка начинает на миде, ей немножко помогает Тусик. Ну где же Бейн? Где же Бейн, который должен помогать на миде? А Бейн снизу. Бейн снизу для того, чтобы для Мираны делать какие-то подслипы. А, Мирана-то вообще посмотрите, что делает. Она просто убивает крипов стрелами. Сейчас мы увидим, как это работает. Сейчас мы увидим. Делается так сейчас. Говорят, вниз может получиться один. На 55, 56, 57. Да, получается. Ой-ой-ой-ой-ой, как же много крипов. Что, будет кидать стрелу? Нет, хочет большого. Большого хочет подрезать. Да, из-за того, что стрела теперь убивает крипов, просто можно вот так вот фармить. Две стрелы, два больших крипа. Маленьких добиваешь аккуратненько. Сейчас на второй минуте еще один большой крип появляется. Два фейри файра есть, кстати говоря. Можно еще и зарегениться успеть. Короче, Мирана обузит. Мирана обузит, но чем это оборачивается для пака? Для пака это оборачивается 1-2 крипстатом и тяжелейшей линией. Пуч, конечно, не подставляется тут под Бейна, но в целом терпит больше. И на верхней линии медведь у нас... Ну, медведя тяжело взять. Вот против гирокоптера комбинация с Savage Roar'ом очень хороша. Потому что он просто за счет этого крика... Надо убить крипа. Успел. Успел, фантастика, и появились новые крипцы. Сейчас большого сатира приговорят очень быстро. Смотрим. Внимание. Мальчики и девочки... Не повторяйте этого дома. Минус сатир. Офигеть, вот это скилл. Так, тем временем Тусик у нас. Savage Roar дает медведь. И медведь хилится. First Blood забирает все-таки на медведя. Скрин отдается также, но он сделал свое дело. Savage Roar очень неприятная штука, как мы видели. Так, ну что, Мирана уже приходит третьего левела сюда. Немножко помогает Джаггеру фармить. Естественно, это не особо актуально. Тусик перетягивается вниз, и Мирана идет фармить дальше. Нужно делать стак. Быстрее, 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 не успеешь быстрее. Ну, что-то странное исполняет Мирана. Не совсем понимаю, что он делает. Давай, стрела. Тебя видно, но попытка может быть достойной. На тигрике. Да, больше ничего интересного у нас, видимо, не происходит на карте. Пак продолжает проигрывать линию. Несмотря на то, что у него по атаке не так много отстает он от Windranger. Ну, чуть-чуть отстает. Но просто здесь Windranger уже себе коготь нафармила. Так, Мирана, Мирана, Мирана. Будет ли стрела? Стрела действительно будет. Но Мирана потратила лип, и она сейчас умрет. Но нет, боятся Джаггера. Боятся Джаггера и его второй крутилки. Это довольно больно. Дается шарды. Скрин еще немножко по ХП поменялся и в итоге отступает. Так, ну что же у нас пак на миде? Давайте вообще посмотрим крипстаты. 25 крипов Джиггернаут. У гирокоптера 18. Немножко гирч отстает. 23 на 12. Немножко отстает пак. 8 крипов у Силабира. 7 крипов у Мираны. Ну вот саппорты и хардлайнер чуть получше себя чувствуют. Ой, какая стрела сочная залетает с скрина. Он стоит в стане очень долго. Его забирают. Да, комбинация через слип работает очень круто. Еще могут на мид сейчас выйти. Не хватает Бейну 50 МП. Ничего с этим не сделать.
Ничего не сделать. А у Эрки все еще нет сапога. Но она отходит. Она не видит Мирану, но она тем не менее отходит. Давайте посмотрим, что вообще она видит. Пока у нас Гирыч там летит за... Так, что у нас видит Мирана? Точнее, Верка, конечно, Верка. Верка не видит ничего. Пуч тем временем стоит, боится Джаггера. Да, пингуют, все, увидели. Прилетел сюда курьер, он спалил абсолютно всю движуху. Не стоил курьер того, а тем временем разбираются еще раз с медведем. Ну, на самом деле, фрагов вроде бы не забирают, но каждый медведь это 300 голды. Он к тому же 7-го левела, за него много дают экспириенса. И я бы не стал на месте... Я бы не стал, короче, так фидить. Так, Пуч продолжает отбиваться на лайне. Заходит за ним. Так, Пуч. Последняя тычечка. И попытался догореть, но нет, Миран забирает килл. Хороший килл. Ну и начинают забирать тавр. Забирают тавр снизу, забирают тавр сверху. Пока что... Пока что, честно говоря, не знаю, кому отдать здесь преимущество. На мой взгляд, Аркейд чуть впереди. Все-таки герои у них поинтереснее. И медведь у них побольше имеет, чем Пуч. И Мирана нафармила неплохо. В то время как саппорты Аркейд как-то практически ничего не имеют. Ну, с другой стороны, разрыв там очень маленький. По графикам мы видим, что Аркейд впереди. Довольно уверенно. Сейчас сломали вышку, но сверху также сейчас сломают вышку. Нельзя позволить медведю задынаять. Да, медведь не дынает. Но есть Savage Roar. Побежали, побежали. Стрела влетает в гирокоптер. Гирокоптер стоит и курит 5 секунд. Попытка здесь зафокусить хоть кого-то. Убегает отсюда скрин. Можно попробовать заслипать. Медведь ускоряется. У него есть корни. Но нет. Засейвили мишку. Не смог он подынаить тавр. Тем не менее... Фраг не отдали. В очередной раз. Уходит у нас Верочка. Пуч, посмотрите, в какой позиции сидит. Очень опасная позиция у Пуджа. Верка пошла пауэршотить. Попытаются убить сейчас, возможно, Пуч Пака. Но это сделать очень тяжело. Нужно Пака просадить сначала до нужного левела ХП. Ай, красавцы! Ай, красавцы какие! Что сотворили и Мирана? Миране нужно использовать лип, но Пуч продолжает ее замедлять, гореть. Здесь же Тусик! Тусик забирает по тму, классно сыграно. Берет с собой Пуджа, подвинься, жирный. Говорит, Тусик Пуджу. Я, говорит, хуком сейчас буду целиться. Но нет, нету маны. В итоге 3 в 3. 3 в 3 по фрагам. Вообще классно сыграно. Очень круто, как Йоку сюда забрался. Я и не видел. И классно они с генералом на миде разыграли. Джаггернаут готов врываться сейчас. Крипов довольно-таки мало. Раскаст может получиться у Пака. Раскастовывается Джаггер. Просто делает ТП отсюда Йоку. И уходит, но его добивает Пак. Его добивает Пак разрывом Кайла. Это та самая стандартная тема, когда ты делаешь телепорт, но рвется Койл, наносит дополнительный урон. В итоге забирают одного Пуджика. Ну, Пуджика забрали, при этом вышку потеряли. И размен в целом... По золоту даже в пользу команды Elements. Вот так вот. Да, Elements отыгрались. Ой, как отыгрались Elements. Ой, как отыгрались. Так, что у нас гирокоптер? Пока ничего не выносит. Нельзя ни в коем случае бегать по одному команде. Ох, да какой ганг может быть. Спалил! Спалил Ренат очень вовремя этот ганг. Илья почему-то остается. Или Дан... Или Дан, ты серьезно? Да, это ошибка явно. И не дотягивается Пуч хуком. Ай-яй-яй. Коротковат хучок-то оказался. Каким-то образом, может быть, в слипе из-за того, что было. Еще не прошло время, не успел хукануть. Но в итоге довольно обидный фраг. Вроде бы спалил КНГР всю движуху, но... Возможно, кстати говоря, не увидел. Возможно, он поставил вард, а Джаггер уже был здесь, за этой линией. Мирана продолжает выщелкивать стрелами крипов. Ну и по-прежнему у нас довольно ровная игра. Тут еще очень долго... Конечно, очень много будет зависеть от Пуджа, потому что все-таки на медведя, ну, такого скилла... Не то чтобы скилла не надо, но, скажем так, на медведя, если ты сыграешь среднее, если ты играешь хорошо, разница будет не такая большая.
Ну, скажем, там тут секундочку не доконтролил, там секундочку не доконтролил. Это мелочи. А вот на Пудже, даже если ты там занял идеальную позицию, ну просто вот не попал пару хуков. Все. Зацепили генерала. Слип. Стан. Минус. Да, генерал погибает. Нельзя бегать по одному. Нельзя. Против такой комбинации героев. Вообще никак. Вас просто уничтожат. Нужно всегда иметь какую-то разведку. Постоянно. Иначе так и будет продолжаться. Да, пингует на Илью Бэйн. Говорит, что, мол, у него ТП нет. Он сейчас пойдет в боковую лавку закупать, скорее всего. Ну, именно это могло значить вот такие вот пинги, мол. На Кирыча, а потом на лавку. Ну да, он, естественно, купит себе сейчас ТП. Хотя нет, он покупает шлем пока что. И ТП у него все еще нет. Немного рискует. Да, летит сюда Джаггер. И Герокоптер отходит. Ой, это не Джаггер, это Пак. Я думал, это Джаггер. Обознался. Ну что, выход Оракула на топ. Очень низкий левел у Оракула. Это, кстати говоря, очень большая беда. У него вообще как-то с Тусиком не заладилось. Хотя, в общем-то, и здесь по пятому левелу. Но Тускару и Оракулу очень нужно, как и Бэйну шестой. Миране, в принципе, шестой не так сильно нужен. Ну, потому что ее ультимейт можно законтрить обычной просветкой. С другой стороны, ну, его тоже можно использовать. Тем не менее, Оракулу шестой дает значительно больше. Я думаю, не нужно никому это объяснять. Пак, кстати говоря, уже с блинком. Очень ранний появился у него на 11 минуте. Несмотря на такое невзрачное начало. Да, ну и пока вопрос в том, насколько эффективен. Вот пуч есть, у него нетворс более-менее. Но насколько эффективен он будет в этой игре. Пока что он сделал один неплохой момент. Все, один фраг. Тысяча хп, это, конечно, очень круто, но... Стаки-то не набираются. Мы с вами видели игру, где я из кучи стаков пуч проиграл. Падают варды, съедает фэрифайр там кто-то. Забирает Ильдан, кстати говоря, себе уже волка. Захиливает с флаской, чтобы освободить слот. Нужно обязательно ТП ему. И тем временем выход от Пака. Пак выходит, тратит свой блинк. Пак, пошла стрела, попадает в гирокоптера, Пак. Да, Пак очень больно. И зачем-то он дает сайленс, ну хотя да, в любом случае был сентряк, в любом случае его здесь бы покарали. Хороший фраг на Паке удается, он немножко ошибся. Вся команда соперника была в этот момент как раз-таки в сборе. Иллидан не посылает волка пока что делать стаки, идет с ним в атаку. Кажется, решили скрины компании, что пора пушить. Ультимейта Мирана нет. Ну вот о чем и речь, что ультимейт Мирана он особо не помог. Ну вот он был, дала на инвиз, но если команда врагов не дураки, они покупают в центре. Все контрится. С Оракулом сложнее с его ультимейтом. Пуч линза? Нет, это еще не линза. Пока что только две части от линзы. Идут на нижнюю линию подпушивать. Ну, хотят снять наибольшее количество вышек, чтобы было пространство для передвижения того же Пуджа, да и в целом эта вышка довольно-таки серьезно мешает. Она закрывает вот этот вот проход. Без нее можно уже в этой зоне гораздо свободнее действовать. Ну и плюс ко всему довольно близко к Рошану. Нужно быстро забирать тавр, после чего перетягиваться, дефить свой. Да, уже полетел скрин. Полетел уже Йоку. Забирают вышку. Или Дан делает телепорт. Здесь медведь. Ульта, кстати говоря, у Пака откатила. Скрин. Кидает шарды. Видит медведа. Медведь полетел. Медведа разрывают. Очень больно Мишке. Мишка падает. Джаггер дает ультимейт. Но уходит куда-то вообще не туда. Герокоптер выживает. Его заслипали. Нужно убивать герокоптера. Он расслипал себя волком. Не смогли зацепить. Джиггернаут, Джиггернаут уходит, но забирают Пака. Как же не повезло сейчас Джаггеру. Удар еще разок герокоптера, и герокоптер бы отправился в таверну. В итоге забирают двух игроков команды Arcade. Это Пак и Лондруид. Да, Лондруид, конечно, там торговал лицом знатно.
Пуч его здорово выцепил. Ну, Йоку мы видим пользуется. Пользуется возможностями, которые дает ему соперник. И можно забирать еще одну вышку. Это еще больше пространства, еще больше золота. Как раз легкое преимущество, которое сейчас очень нужный элемент для того, чтобы... Ну, в состоянии быть, играть вообще, в принципе. Отхиливают тусика. Дабл дэмэдж. Сбивает вышку Виндрейнджер. Герокоптеру достается фраг. Ну и теперь, кстати говоря, уже вопрос, вот насколько эффективна Мирана. Стрелой попадает по Гирычу. Насколько эффективна Мирана? Ее стрела это, конечно, круто, но если стрела не попадает, опять же, теряет большую часть своего потенциала. Тем не менее, у Мираны неплохие статы, и у Мираны есть Старшторм. Это 300 магического дэмэджа по всем, и по кому-то еще там влетает одна чуть ослабленная тычка. Продолжает тут расстреливать. Ну что ж, 6-6, не самый большой счет. Разбивается смог, пошли в атаку, понимают, что нужно как-то отвечать. Вопрос на кого? Ну, здесь Илья цель номер один. Можно, конечно, в лесу найти Оракула, но это будет худшая цель. А можно найти Виндрейнджер, это вообще лучшая цель. Да, Виндрейнджер здесь погибает. Очень далеко зашла ВРочка. Тем временем сверху. Пошла атака. Просветка. Джаггер. Мана есть на телепорт. Есть омнислэш второго левела. Бежит Джаггернаут. Его скрин перекрывает. Варлус панч. И Джаггера убивают. Оракул остается фраг. Ну, что сказать. Вышку в итоге. Герокоптер не отдал вышку. Забрали Джаггернаута. Это не очень здорово. Ой-ой-ой. Опасная ситуация для Мишки. Мишке нужно бежать. Мишке нужно бежать. Здесь же Патма, Пак запрыгивает. Отрезают медведя. Медведя будут пытаться убивать. Savage Roar. Спасает. Savage Roar. Хорошая штука. И на Мишке можно кастовать, и на героя. Да, на самом деле, крутой спал ему добавили. Такое спасение. И Медасик покупает себе Чешир. Тем временем Пуч у нас уже с линзой. И вот он, новый обновленный кулдаун. Кулдаун. Радиус, конечно, хука. Видит Мишку. Мишечка пошел фармить. Мишка толстый, одного его не заберет здесь. Один его не заберет. Йоку. Йоку, кстати, поднабрал себе немного стаков. У него уже 4 стака будет. А то и побольше даже. Ну, мне кажется, стаков 6 у него точно будет. Потому что, по-моему, он участвовал в этих двух киллах. Приятный бонус. Так, ну и после фрага на ВРке и на Джаггернауте у нас несколько разрыв сократился. Вот так вот 2000 по-прежнему ведут команда скрина, и 1000 по XP они проигрывают. Джаггер покупает себе Сенджин Яшу. Боже ты мой. Да. Вот он, Сэндж. И пошли гангать в смоках. Курьера сразу отправляет вниз. Нельзя брать руну. Но на самом деле вардов нету, можно и взять. Но тем не менее не берут. Играют аккуратно. Руну никто не берет. Прячется в лесах Бейн. Вчетвером, даже впятером фармят леса. Ну и больше всего от этого выигрывает Иллидан, который фармит в одиночку. Да, смог заканчивается в этот момент. И все-таки заходит во вражеский лес. Пуч идет первым. Готов цеплять любого, но все уже спалилось. Все видели абсолютно движение. Уходит. Герокоптер почти с Сенджин Яшей. Практически. Остается ему совсем немного. Что, неужели заходит на Рошана? Да, заходит на Рошана. Молниеносно сюда стягивается. Как же больно Рошку. Пак кидает арбу. Так, а как заходить на Рошана? Вот в чем вопрос. Пак. Кастуется ульта Мираны. Пак уворачивается от хука. Надо бежать. Бейн. Бейн явно поспешил. Ну, боже мой, что ж ты делаешь-то? Это
Просто ужасная игра от Война, он разрывается. Один Пак кастует ультимейт, но фоллоу пока что никакого. Но сейчас нужно что-то делать, Пак уже отваливается. Старшторм по всем неплохо, но все живут. Варлус Панч, Медведя нужно добивать. Джиггернаут закрутил Пуджа, Пудж в итоге заденайлся. Стрела в Оракул, Оракул минус. Минус Мирана. Медведь дерется с... Медведь не бьет, Медведь пытается уйти, забирают Медведя. Это минус Сумон. И можно добивать Рошана. Все кор-герои живы. Ну, если не считать Пуджа, но Пудж, по-моему, здесь больший саппорт даже, чем Тусик. По факту получается. Забирают. Герокоптер на Егис. Очень плохая игра от Бэйна. Он, конечно, поймал кого-то на финсгрип, но как он далеко находился. В итоге его убили на халяву. Пак, увидев это, поспешил, ворвался рано. Его убили. Все вот эти вот дримкойлы. Комбинация сильная за счет своего бурста. Если Пак врывается, дает сайленс, дримкойл, арбу одновременно с прокастом Мираны и Джаггера, еще там кого-то хватает Бэйн, то все лопается. Дали все спылы по очереди, Оракул кого-то отхилил, кто-то размансил, Пудж вообще заденайлся. В итоге фраг один только забрали в драке. И отдали Рошана. И все, графики полетели вверх. Не лучшая драка от Elements Pro Gaming, конечно. Довольно рискованное положение у них было, но... У Иллидана сейчас уже почти БКБ такими темпами. У него уже половина от БКБшки. Просто за одну драку. Ну и он... Ну, довольно нагло выходит. А, он вот так вот. Напал на Мирану. Ничего себе, Лидан быкует. Он совсем один здесь. Лол, он еще и прогоняет Бэйна. Лидан вообще один. Только сейчас подходит команда. Ну, вот она, сила Аегиса. Ну и заходит ломать вышку. Ничего не успевают за сплитпушить тем временем игроки команды Arcade. Да, Медведь, конечно, с одним медасиком такой себе боец. Манта появляется у Джаггера, но это более-менее. Интересно, почему Манта? Бэйн фармит линзу. Мирана. Мирана пока что только ПТ. Да, пожалуй, этот пуш, он чуть ли не эффективнее Мираны получается. Свои линзы. Он хотя бы супер толстый. Но Старшторм. Старшторм это единственное, за счет чего Мирана может более-менее смотреться. Хорошо убивает катапульту. Но Вендрейнджер с Аганимом начинает уничтожать тавр. Ребят, вам ломают базу. Цепанули Мирану. Она дает сноубол. О, лип. Но в нее уже дают сноубол. Лип в итоге вообще не туда улетает. Какая же легкая игра для Elements. Оказалось по факту. Так, ну вот сейчас как раз-таки захиливают ВР-ку. Гирыч. Все. Гирыча сейчас убьют. Гирыча убивают. Шекл никого не привязывает. Пошел у нас сноубол в крипов. Ну и просто отступят. На, разменяли Аегис на бараке. Очень хорошо. И стоят на горочке. И стоят на горочке. Пудж в позиции. Пудж готов тянуть. Нет, уходят. Не пошли. Все, Элидан, БКБшка. Хотя вопрос, нужно ли здесь БКБ. Пак, Мирана, Бэйн. Да, наверное, нужно. Наверное, БКБшку лучше себе формануть. Еще, на самом деле, неплохо бы зашла манта. Разобрать Сенджин Яшу чуть попозже, купить манту, чтобы скидывать с себя корни медведя. Довольно неприятный спелл, который пробивает БКБ. Но его можно скидывать мантой. Да, БКБшку все-таки взял. Ну и ВР-ка. ВР-ка с блинком. Как мы видим, Тусик взял себе барабаны. Очень неплохо зайдет элементам мека, потому что у соперника довольно суровый бурст магический. Но вот Оракул покупает Глиммер Кейп. Очень хороший артефакт на Оракуле. Сочетается с его хилом. Вообще здесь приятно хилить Пуджа можно. Сейчас он наберет, особенно когда стаки пассивки. Хилит Гирыча. Так, ну и в смоках тем временем выход у нас от Аркейд. Выход никого не находит. Все на топе. Нужно забирать вышку. Нужно быстрее забирать вышку, потому что сверху уже Элидан подпушил. Тут с Верочкой довольно быстро расправится с этим тавером. Ну, скорее всего, один в один будет размен по таверам.
Есть еще фортификейшн. Можно использовать? Да, использует фортификейшн. Ну и вышки падают одновременно. Все, все ТПшцы на базу. Все ТПшцы на базу можно попробовать поджать, на самом деле. Есть Аегис. Медведь остается. Ой, медведь. Ой, медведь. Ой, медведь. Savage Roar. Но ВРК успевает пришеклить. Боже мой. Какая игра от генерала. В итоге убивают сначала сумона, потом медведя, получая 300 за сумона и экспу, и получая еще и за медведя потом золото. Очень здорово. Да, медведь-то все грамотно делал. Хотел такой хороший крик дать на отступление. Но все равно его могли не отпустить. Но шансы уйти были. В итоге же его забирают. Задержался. Возможно, за счет этого он, конечно, не позволил пропушить топ. Но такой себе. Они, по-моему, и так бы не пошли. Да, медведь нафидел медведям очень много. Очень много нафидел медведь. У него 3 смерти, но на самом деле у него еще 4 раза сдох сумон. И это 1200 голды для какого-то саппорта. Просто вот... Так, Мирана уходит. Пуч с линзой. Смотрим. Йоку, 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 Йоку. Видит все Йоку. Давай, ты сможешь. Ну, было близко. Было близко. Ну, либо все равно нет, и Мирану забирают. Да, зачем придумывать сложную обновку, когда можно сделать простую? И заходит по миду. Ой-ой-ой, как Мишка насадился-то! Насадился на хукшот! На хучок пуджа забирают еще и пака. Туск делает даблкил. ГГ. 26 минут. 26 минут. Десяточка золота. И все хорошо. Да. Ну, что сказать. Очень неплохо в один момент Скрин собрал своих ребят, пошли и подрались. Ну и, конечно, выход на Рошане был, наверное, ключевым. С Пуджиком заезжает победка. Не скажу, что прямо Пудж какой-то огромный импакт внес в игру, но, тем не менее, побольше, чем Медведь. Нет, даже не так. Наверное, от Пуджа была какая-то польза команде Elements, но польза от Медведя для команды Elements было больше. Очень много отдал своего Мишку. 1-0 в пользу Elements. Уходим на небольшой перерыв, вернемся ко второй игре. Yeah.